Приветствую! С принятием постановок Кабмина номер 1044 появился новый способ подтвердить тот факт, что вы осуществляете уход за конкретным человеком. И этим способом стал акт установления факта осуществления ухода. И, конечно же, одной из проблем, с которой многие люди столкнулись, это то, а как получить этот акт, то есть кто должен выдать акт какой формы должен быть этот акт и что будет если выдали акт не такой формы и имеет этот акт например название акт обстежения умов проживания семьи или что-то подобное. Вот с этими вопросами мы и разберемся в данном видео. А само видео снято при поддержке Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца, в котором я имею честь быть заведующим кафедрой. Итак, разберемся с первым вопросом. Вопросом того, кто же должен выдавать этот акт. Потому что мы столкнулись на практике с проблемой мы пошли сначала в ЦНАПы, да, и ЦНАПы сказали, ой, а мы не знаем вообще. Мы пошли в управление соцзащиты, а там сказали, а нам не было никаких распоряжений. И получился такой коллапс, по сути. И единственное, где решался этот вопрос, это были мелкие населенные пункты. Вот там местные рады выдавали, в принципе, такие акты без проблем. Для того, чтобы решить этот вопрос и определиться, а кто же должен выдавать соответствующие акты, мы решили обратиться в урядовый контакт-центр. И мой партнер по адвокатскому объединению, адвокат Павел Калачев, сделал соответствующий запрос. И вот какой ответ пришел оттуда. Мы его не будем полностью зачитывать, потому что здесь две страницы и часть этого текста по сути копирует правила пересечения госграницы, ну и дублирует, соответственно, их содержание. Все, что есть интересно в этом абзаце, в самом последнем абзаце, да, ну, как обычно, как отвечают органы, да, много текста э, того, который вообще лишний, который мы и так знаем. Итак, что же они написали интересного? Написали они следующее, что... Виплати на догляд, державна соціальна допомога на догляд, надбавка на догляд, компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду тощо. І здесь я понимаю, у вас уже питання, вопрос: а при чому здесь виплати на догляд? Ну, друзі, вот ответили так, да. Згідно з відповідними нормативно-правовими актами, призначаються і виплачуються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних у місті Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами сільських селищних міських рад за місцем проживання перебування осіб, яким надаються соціальні послуги з догляду. Зазначены неперозделы мают складаты акты встановления факту здійснення догляду. Как мы видим, они по сути что сделали да почему они начали говорить про выплаты на догляд, но они по сути решили таким образом, что если есть орган, который занимается чем-то схожим да и фактически, до этого занимался с тем, что подтверждал тот факт, что один человек осуществляет уход за другим, то логично будет, если и акт встановления факту здесь на недогляду будет выдавать тот самый орган. И, как мы видим, они и пишут, что да, именно эти органы и должны осуществлять выдачу такого акта. А что это за органы, друзья? Управление социальной защиты. То есть на сегодняшний день мы теперь можем ну, достаточно четко понимать, что выдают э, акты, которые нам нужны. Управление соцзащиты и, соответственно, идти туда. Если вы выехали на какое-то новое место проживания, если вы не знаете, где по вашему месту проживания найти этот орган, то в принципе это достаточно легко сделать, да, если вы в гугле там вобьете управление соцзащиты там Шевченковского района города Харькова, вы соответственно найдете данные этого управления и обращайтесь уже непосредственно туда. Далее возникает вопрос, а какова форма этого акта? Нам, к сожалению, в нашем запросе ответ на этот вопрос не дали. И понятно почему, потому что форма этого акта не установлена. И в правилах пересечения госграницы мы видим, что там написано, что в произвольной форме. Что касается формы, то э, по ссылочке э, в описании к этому видео вы найдете ту форму, которую мы разработали специально для наших э, подписчиков. И вы можете ее скачать, воспользоваться. И уже неоднократно эта форма прошла испытания и местными советами, и погранслужбой. По этой форме люди выезжали. То есть можно уже не бояться. Она проверена, что называется, в боях. Второй момент, который важен. Вам, если вы обратитесь в управление соцзащиты, могут выдать акт другой формы. И даже главное не в форме, а в названии этого акта. Акт может иметь название что-то наподобие акт обстежения умов проживания семьи. И вот здесь для нас долгое время был вопрос, а что, что получится, да? получится ли выехать, если выдадут именно такой акт. На сегодняшний день уже практика погранслужбы нам подтверждает, что с таким актом можно выехать. То есть даже если акт называется не акт встановления факту здесь на догляду, а там акт обстеження умов проживания семьи, но в нем при этом зафиксировано, указано, что комиссия приходила и установила тот факт, что один человек осуществляет уход за другим человеком. То есть обязательно вот эта фраза должна быть с указанием, соответственно, фамилии, имя, отчество, ну и как минимум там года рождения, того человека, который осуществляет уход и указание фамилии, имени, отчества того человека, за которым осуществляется уход, то при наличии такой записи вы сможете выехать. По меньшей мере ну, практика уже нескольких человек, нескольких выездов таких показывает, что можно выезжать. Итак, подводя итоги, нужно сказать следующее: для получения акта установления факта осуществления ухода нужно обратиться в управление социальной защиты по месту пребывания либо по месту проживания. Форма, форма этого акта может быть э, разная, то есть пока еще государством единая форма не утверждена. Поэтому вы можете как использовать тот акт, который даст вам управление соцзащитой, который может быть, э, иметь название акт обстежения семьи. Также вы можете по ссылке в описании воспользоваться актом, э, формой акта, который мы разработали. В любом случае вы сможете выехать. Главное, чтобы там было указано о том, что один человек осуществляет уход за другим человеком и указаны данные этих людей. Друзья, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.